больнице Екатеринбурга сегодня скончался боксер Роман Симаков. Спортсмен получил серьезную травму во время боя в 7-м раунде. Несмотря на все попытки, врачам не удалось спасти ему жизнь. Роман провел в реанимации 2 дня и умер, не приходя в сознание. Удар, да, на мушке совершенно точно, вы заметили, вот нашли. И это психологически. Похоже, все. Похоже, он просто не выдержал, сломался. Да. Это нокаут. И вот последний удар, он ушел от него, наклонился, но уже сил не было подняться, он рухнул. Чувствовал, понимаете, поэтому и не повышал темп. Количество перешло в качество. Да, Симаков, я думаю, сейчас повезут в больницу. Посмотрите-ка что. Он обессилел просто. Посмотрите-ка что. В реанимацию Романа доставили уже в коме. Была выполнена ему двухсторонняя трепанация черепа, удалена внутри черепная гематома. Потом он госпитализирован в отделение реанимации. Состояние его прогрессивно ухудшалось, и он сегодня вот в 10:45 погиб, не приходя в сознание. Продолжение следует...